Еще завтра на работе надо быть. Потом субботу, воскресенье отдыхаю. Так что пятницу подольше, может, посидим. Если у людей хватит сил. А мне вот капец, чарки не падают. Ни на лока, ни нужные. Вот это вторую поведешь? Сейчас посмотрим. Если на этой не проебемся. ГМ-ки обычки не будет. Сейчас посмотрим. Ну, там хилится. Надо мне вот плечи надо для 4-4. Нахапало. Ну сколько там людей в DC? Есть. Нас 27 людей в DC. Вот смотрите. Вот ответьте себе на вопрос. Вот мы десятку пошли, да? Вы можете собрать вторую десятку и пронести? Если нет, ждите ГМОП. Если мы пройдем ее быстро, мы соберем еще одну. Если не можете собрать рейды, если это слишком сложно, если это, ну, высокая, высшая математика, то, ну, ждите тогда. Если ТТГ не хотите идти, сможете начать собирать ГМОП. Сколько там онлайн гильдии? 42 онлайн. Это вполне можно. Мы пока эту ТТГ будем проносить полчаса, вы ГМОП пронесете. Вот и вся арифметика. У вас, ну, ваше время, оно, вы должны его ценить как-то. Если вы его цените, действуйте. Не сидите просто так. За вас всегда все делать не будут. Вон, начинайте кто-то сбор. Это несложно. Пуги водят, и вот у вас гильдия в распоряжении. Выбейте себе печеньки. Он хукмастер собирает. Плюсуйте ему. Он танк. Танк ДД. Айнсика, ой, Честер здесь? Вот, приветствую. Я АФК, это ПС. Ага. Бытовуха. Блин, здесь. Ну, на полном серьезе, серьезно. Подойдешь, нет, или поменять тебе? Поменять 100%. Ага. Фильм надо, типа, досмотреть. Я тут, кстати. Давай, Шелфир. Да, сорян, пацаны. Давай, Шелфир, сюда. ДТГ. Честер тут? Чего на Дискорде? Я не Честер. Ну уж этот, блядь, как его нахуй? Окей, просто Саня, ну, что он там? Саня, Айновен. Слушай, а у тебя... Как детейлсе записывается обзор под 4Т4? Я детейлсом не пользуюсь. А как вообще записывается? Хз, я не знаю, вот этот обзор, как он... Я просто думал, что священный щит это 4Т4, а сейчас смотрю, у меня вот чарка с ТТГ, это вот священный щит оказывается. Значит, первая пати с танком начинает. Получается, у тебя чарка, нахуй, по 800 тысяч, блядь, столько защищает, я охуел. Вторая пати РДДшники. Там, получается, ДЦшник, Ровист Кот и остальные милики. Два милика и танк. Жрите рыбу быстрее. Быстренько ебанем. Там ТТГ, может, вторую собирают. Она уже мало абсорбит, у нас 633. А мы без Геры, да, были? Так, даю отчет. Нахуй нам Гера? 5, 4, 3, 2, 1. То же самое все, Москван, делаешь. Еще проще, быстрее босса, да? Не знаю. Я вот смотрел, но там дохуя давал тебе. Это долгий бой. Вот. Ну, прикинь, вот по 633, вот и на стак и 800 подели. 800 на 633, ты прикинешь, чтобы она апнулась. Ну, этот, не замораживайтесь там, смотрите, блядь. Перед лучами только не заморозьтесь. Миники выбегайте. Она кидается на одну цель. Ну вы чё, блин? Посидеть тут решили или чё? Два милика минус просто, блин.
Бегите или умрите. Разжимся. Стопайте, дамаг. Вы что, блять? Ну. Падайте. Вставай спиной к боссу. Миленький, как дела? Вы с ней заходите, босс еще не умер. Нсика, как дела? Конфликт ловишь. Можешь выйти из-за двери, если что. Он тебя 100 лет будет убивать. Заходим. Хватит ей бланить. Что, сложно с гейзера выбежать? Милики, от белого круга под собакой отбегаете, если что. Если такими темпами, тут ТТГшка и все, и спать. Там, что там в DC, там параллельно пошли ТТГшку. Вы все в одном месте решили сидеть? Вон, может, лет 10 перейти, если вы кто-то рулите ТТГшку еще одну. Или вы не собрались. Давайте как-то поактивнее, блядь. Потому что под лежащий камень вода не течет. Рыбу жрите. Нсика где? Выходите из комнаты. Блядь, ну как так? Вы что, дрочите, что ли, или что, блядь? Это не я. Так а нахуй вы к собаке подходите? Нсика где? Встаньте у дверей, блядь. И не заходите дальше. Он потрудился, дальше. Говорю. Заходишь? Да. Ну, запускаю комп. Пиздец. Вы не можете простых алгоритмов запомнить. Не подходить близко к боссу. Он булится, блядь, в РДЖ. Не, я что-то вижу, смотрю, так наискосочек, короче, подбегаю и там ставлю. Выбежать с гейзера, милики, это не трудно. Вихрь жму, давай начинай играть. А Честер не может похилить вам? Ну, Саня. Шектор, ты тут? Блин, у меня статик. Вот. Да забей на статик, погнали, и вам похилишь. Нет, чтобы тут рейд статик скинь. Ксеномейс там что-то спрашивает в чате. Давай заходи быстрее. Все ГМХ пошли, блядь. Ну-ка, как они там пишут? Один анрол. 6 печенек. Заходишь там, нет? Пока нет. Пиздец. Да, у меня когда такая хуйня происходит, мне, блядь, минуты 3 вот такой хуйней заниматься. На кислое испытание крестонос. Вот вы даете вообще. Все быстренько нашли, куда пойти. Я 100% вообще класс. Ну что там, блядь, у тебя? Ну процент у меня самый да высокий. Да не у тебя, у Синтека. Блядь, рыба исчезла. Я скачиваю драйвера. Ай, ебать его, пиздец, Синтек. Да. Слушайте, вот как думаете, насобирать, короче, где-то пятихатку и потом покрутить то, что на шмотке там надо, или каждый раз заходить крутить? Я уже около, ну сколько тут,
там я 300. Блин, ну около 700 потратил, выпало только... Ты чарку с духом крутишь? Смотрите, нет, выпала только одна. Вот, одна такая, что более-менее чарка, которая надо. Потом выпало вот две вот таких. Ну типа зап я уже не хочу чарку менять, она такая, ну как, мне она нравится, в общем. 68 духа, я думаю, не настолько уж только будет она хороша. Даже, мне кажется, не будет она лучше, чем вот эта. Она, получается, 1, 2, 3, 4, 5, потом 5, 4, 3, 2, 1. И потом вот так вот идет. Мне надо на ступнях и на кистях классовые чарки, а на поясе 98 крита. И вот это у меня идет. Все, я захожу. Я уже пыхнул этот, блядь. Огород проходил, толгород. Поставьте кнуту гильдбанк. Ты грузишься? Да, вот. Совет приводить своих друзей на Сирус. Но не забывайте встречаться с ними и за его пределами. Ну все, придется тебе проехать. Да, давайте какой-нибудь город общий выберем, чтобы у всех примерно одинаковое расстояние было. У меня есть предложение. Давайте все встретимся в Киеве. Ну, слушай, туда и как бы и поездка бесплатная, и питание. За счет государства. И это еще страйкбол, короче, бесплатный. Что такое страйкбол? Ну, это когда это с автоматами бегаешь, стреляешь. А-а-а. Только шарик, в страйкболе типа пульки и не смертельно, а там это фатально. Ты, блядь, заходишь там, выдастишь шо, блядь. Да. Тут рыба стоит, сиди, жри. Бегу. Не ебланьте там, блядь, с гейзера выбегайте. Отбегайте от белой хуни на боссе и от лучей, блядь, выпрыгивайте. Неохота тут сидеть, блядь, вайпаться. Отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Смотрим, на ком первые гейзеры будут. Милики. Берегитесь. Значит, РДД, когда будут эти лучи, значит, будут на нас гейзеры. Не проебланьте там. Вот лучи смотрим внимательно. Танка захильте. Берегитесь. Значит... Вот метка. Я бабл прыгнул. Сика бабл, он бабл нажал.
Так, миники молодцы. Берегитесь. ДД скоро будут гейзеры, тоже готовьтесь, на миниках уже были. ДД. Захиливаемся. Ну все, еще обстрел скоро будет. Все. Вот обстрел, готовимся, смотрим на пол. Или умрите. Случай выходим. Не успел занести. Добиваем прям. Берегитесь. Сало. Сейчас, локовская, что-то, давай, по-братски. Савинная, звездный огонь, нахуй. Опа, кисти, опа. Сука, тварь. Правильно. Эдерсия, блядь. Блин, ну кисти, сука, и не с чаркой, ну почему вот так не везет? Верный выстрел, Довокин, да, это тебе надо же, эта хуйня? Или у тебя такая есть хуйня, коллекция, наверное? Не надо? Или надо? Кисти, тебе надо это? Мне кисти нужны. Кисти. Ну как, вообще они с чаркой мне нужны, но так как ничего с чаркой на Лока я так и не увидел ни разу, тогда придется брать, платить. У тебя вообще такие кисти есть сами по себе? Нет, таких нема. У меня вот, если у меня сейчас эти кисти будут, я их пока апать не буду, ничего с ними делать не буду, они у меня пока будут лежать, потом я их апну, мне сейчас надо выкрутить на ступнях, потом на поясе и на кистях. Вот. Это у меня больше, то есть с ТТГ мне ничего не надо. Но если будет с ТТГ падать с чаркой локовским, ну пока локов нету, я думаю, мне будут давать. Че, в два попробуете, хила? Да, давай. Два спокойствия, в принципе, есть у нас, если что, два гимна на хп есть, еще мы подхилить можем. Ну, Равис тут, наверное, в сове покруче будет. А кому отдать вот это? Кому хочешь, хочешь выучи, хочешь давай отдать. Мне. А у меня он есть. А печеньки тут падают или нет? Нет. 120 стоит. Нет, больше стоит. Не падают, надо апать. А, лучше падали, да? Да. Угу. Нахуй они их убрали, вообще не понимаю, блядь. Да они конченые. Делали бы хотя бы там, чтобы эти печеньки по аккаунту передавать можно. Но те, которые по аккаунту передавать можно, чтобы они там по сотке, допустим, что ли, как-то. Ну, блядь, бегишь вот это, блядь, 25 баджей лута, ну все, опять два дня ждешь. И не падает нихера. Это, я так понимаю, чтобы на ступнях выкрутить, это мне надо приста, потом мага, локов даже не буду, а ШП еще, потом плюс вот эти всякие криты, СПД, хас, хуяс. Ой, ты шо. А могут и с первого раза выпасть. Да, топы. Ага, выпадут. То же самое мы с Хон тут с таймером, тоже таймер делаем. По это, по отчету как спулишь, так сам нажмешь, как удобно тебе. Даю отчет. 5, 4, 3, 2. В тучке закроешь там сферу, если будет. Если она будет посредине, как это называется. Черные хуйни. О, у нас сфера появилась. Кто это там стоит? Да? Хил стоит. Пойду встану. Так я не хил. А, это Шалфир, я понял. Так. Вроде прохиливаете. Вот черный пол, а готовьтесь. А был разве каст? Да. А, нихуя. С черного пола выходите, там не забывайте. Вот сфера стоит, я закрою. Дыхание скоро готовьтесь прохиливать. Если на нем пару покрытий садам, вот, даю. Спирита нам. И семья, походу. Нормально захилились.
Короче, давай... А, Киры нету. Короче, на следующее дыхание Шелфир дашь гимнах и приготовься. Скоро будет. Бублики право-лево вынесли? Вынесли. С пола с черного вышли. Готовься, скоро дыхание будет. С бублика вышли. Готовимся. Рядом с бубликами стоим. Только в два не заходите, возле одного стойте. Так, готовься. Шелфир, давай гимн. Так, захиливаем, захиливаемся на фул. Погружение, заходим. Незыбку отдавай, Т4, этот, массакро давай. Заходи, ну спирит. Все, выходим, выходим. И захиливаемся. И 800 тысяч дадим. Захилим, захилим. Сейчас еще проклятие, возможно, будет. Черный пол отойдите. Так, даю спокойствие. Мистери, мистери, мистери. Нормально. Все, нормально. Что так просто? Ну, потому что делаете нормально все. Да сука, когда будет моё шапочка? Это в коллекцию, Довокину, шапочка. Ну тут Довокину все, блядь. Даже нихуя. Палача можно. Вот вару. Крит, давай мне, никому не надо. Это, сейчас зарезните людей, сразу пускай они рубы пойдет, которые стоят. Латы, рунический удар, барьер, да? Ну у тебя ДКшник есть, эта хуйня, да? Кто будет на танка крутить? Давай, всё кончилось. Давай, снятый. А, крути, короче. Шлем, кольчуга. Чё там нужный момент, верный выстрел? А, Довокин, просто, блядь, коллекция, нахуй. Ебашишь. Тебе что-то нужное выбил? Или у тебя же сотая, блядь, дубликат, блядь. Коллекция собрана, блядь. Да, да, но потом 284. А она будет перепрыгать 277 или будет 277, потом 284. 284, потом опять апать придется. Ты чего? Апать потом опять придется 277. В смысле, опять? Ну ты сейчас апнешь от 271, потом будет она 274, ой, 284 это будет апать. Или 77. Ну, обычно 284. Ага. Следующая идет. Это нормально. Тут все втроем, короче, диспелите. Чем быстрее диспелите, тем проще будет. Но я в хиле не буду, так что потейте. Если что, может пару покровов дам. Если метку будет хил наносить. Так на вас и диспел, и хил. Вообще, по-хорошему, надо, чтобы Шелфир один диспелил. Чтобы два хила не отвлекались. Наверное, так и сделаем. Ну, вы все равно, типа, по разу там хотя бы нажмите. Шелфир диспелил. Не, да, вкидывайтесь по разу. Я диспелю, конечно. Большую часть диспелю, просто стою. Смотрите, ну, если проебываете по ХП, то не диспельте. Если, ну, раз масс диспел дал, дальше щитки кидай, но приоритет не будет. Так, вроде не сдыхали, да? Это, не знаю, надо или нет, знаете, короче. Двое человек погибло. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Отведи его туда, в центр. Зачем мы разошлись так? Да я либо в одном кемпе. Метки выносите. Вернулись. Обжали. Метки выносить. Вноси, кто там? Неудобно. Пойдем же на другую сторону, ставим, там метки будем выносить. Берегите. Вернулись. Метки. Убежали.
Ну, Твихрь, как дела у тебя? Хорошо, блять. Получается отбежать от зеленой хвили. Че там Девакин делает? Девакин, тебя хилы не видят. Вы что, пришли ебланить сюда или что, блять? Девакин, там хилов нету. Братан, блять. Какого хуя? Даю Девакину. Захильте его сейчас. Вот на мне метка, блять. Захильте его. Лапку дал ему. Рвись, не сдохни. Ну, хильте, блять. Это вы не диспелите. Ну, люди просаживаются. Вот, блять. Как там бегается, блять? Ну, и ты будешь хилить инсика этого, блять? Да, блять. Пиздец. Хили он метку выносил, этот ультраприст, это ж хил. Резай ровист. Вихря. То мы такую убьем. Берегитесь. Вернулись. Вы. Сука. Ультраприз, блять, ты слепой. Сука, встань спиной, блять. Хильте его, сука, чтобы 25 тысяч от хилан пришло по нему. Выносите. Дай массакру. Берегитесь. Вернулись. Ёбаный рот, нахуй. Я не достал по танку, его диспольник побежал за ним. Хилы бомжи получаются, блять. Падайте нахуй. Бичи, блядь. Заходите в лужу, блядь. Ультраприст, какого хуя ты спиной не можешь встать, блядь? Девакин, да какого... Я так основал просто эти, блядь, исповедь, и меня кинуло страх. Так прерви каст. Девакин, какого хуя ты туда убежал? Там что, блядь, медом намазано? Ты туда забежал за спину танка? Там что, хилы 10 штук стоят, блядь? Не делайте хуйню какую-то, блядь. Мы стоим в одной точке, блядь. Право-лево выносим. Там место дохуище. Сейчас я спекну с хила, блядь. Прохилите, блядь. И вихрь отбегает зеленые залупы, блядь. Не еблань. Не так же стоите спылить? Ну да. Где эта чарка ебаная? Так, рыба. Надо тебя смотреть, что ты там одет. 15-16 ДПС пока не видать, но тут, наверное, бафов нету. Да, пухи говнище, конечно. Какие-то пухи другие. Четыре. Даже не напутый кусок. В принципе, нормально должно быть. А, на чек на пух. Давайте все где-то начнем, ну там с этой или с другой стороны. Главное спиной стойте, блять, на фере, блять, это несложно. Стойте в одном компе, пожалуйста. Вы опять разбежались. Там престой диспелить неудобно, пиздец. Метки вносим. Берегите. Отвернулись. Метки. Вернулись. Метки. Метки.
метки. Вернулись. И учитесь сами все это смотреть, блять. Не всегда же было более темнее, вот вам языком бить. АДБ мне показывает, да? Кто показывает? Жаль. Метки. Берегитесь. Вернулись. Может, перебегим? Метки. Блять, это я. Метки. Вернулись. Метки. Метки. Отвернулись. Троплист там вся не проебит. Ты где-то далеко от нас стоишь. Зачем? Непонятно. Да и метку носил. Оля, ачивочка еще нормально. Охуеть. Ну, что это, на лока? Время увеличивает. Что там, блядь? Что там, блядь? Я вас перехилил, блядь. Алло, блядь. Как дела там, блядь? И чё? Все. Ну, окей, держи в курсе. А вы дисплейлили, я крутой. 80% дисплейлов. Я крутой. Кидал ебучие ходки. Да. Ультраприз был в киле или в ШП? Ультраприз? А, у тебя абсорба не показывается. Точно. Да, у меня абсорба. Ладно. Так, это надо кому-то защита? Этот вар будешь там. На фронте Бреба ждет. Гейме. Ноги, чего там? Ноги вот на кого непонятно. Чит силу заклинания, блять. Кому понятно, на кого это ноги? Нажимайте 100%. Я понял, блять. Так, количество брони на 675, ебать. Яси. Говнище. Так. Ну все, плюсуйте там в ГМОП, скажите, сколько слотов там. А там вроде только нас не хватает 10 слотов. Вот этих вот.